В актовом зале собрались нынешние сотрудники управления, ветераны, почетные гости. Тепло с юбилеем поздравил всех присутствующих начальник управления пенсионного фонда в городе Анапа Георгий Колпакиди. От имени главы курорта Сергея Сергеева сотрудников управления поздравил его заместитель Александр Колесников и вручил приветственный адрес. Прозвучало поздравление в адрес юбиляров и от санаторно-курортного комплекса «Делуч». Его озвучила главный бухгалтер Татьяна Кудрявцева. В связи с 25-летием образования пенсионного фонда лучшие сотрудники Анапского управления были награждены медалями, почетными грамотами правления Пенсионного фонда России и благодарственными письмами. О теплой, почти домашней атмосфере праздника свидетельствовали нескончаемые аплодисменты в адрес награжденных. С декабря 1992 года по апрель 2015 руководила Пенсионным фондом в Анапе Лариса Огородник. Лариса Николаевна обратилась к ветеранам управления. Хочется пожелать им здоровья, счастья, благополучия, успехов в их нелегком труде. Этот праздник, День образования Пенсионного фонда, накануне Нового года. Хочется людей поздравить с Новым годом и пожелать того, что я и желала. Счастья, здоровья, благополучия, выполнения всех поставленных перед ними задач. Телерадиокомпания «Анапа Регион» поздравляет всех сотрудников Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Анапа с 25-летним юбилеем. Нам очень приятно, что в числе награжденных за содействие и помощь и наш руководитель Сергей Корабельников.